при поддержке «Футбол России» и группы ВКонтакте. В общем, всем привет, с вами я, Александр Плутахин, и сегодня мы начинаем играть в FIFA 15, карьеру за тренера. Начнем мы карьеру за московский ЦСКА. Это будет первая серия, где мы просто дойдем до первого матча в Премьер-лиге, и тогда на этом завершим серию. А пока давайте выберем ЦСКА, все настроим. Еврокубки. Нажмем на S. Лига чемпионов, да? Это Лига чемпионов, но такие команды нет. Так, а еще раз. Да, сейными командами. Вот сейные команды, и мы попали в группу с Арсеналом, Шахтером, ЦСКА и Фейнордом, да? Фейнорд. Это Фейнорд. Так, Зенит попал к Бильбао, Атлетико Бильбао, Манчестер Сити и Порту. Больше нету, да, у нас команд. Больше у нас команд нету. Так, давай посмотрим, какая тут самая такая группа смерти, так сказать. Скажу про нашу группу. Из нашей группы можно выходить спокойно. Потому что, ну, со второго места Фейнорд и Шахтер мы должны обыгрывать. Так, группа смерти. Тут, наверное, такой и нету. Потому что две команды явных лидеров. Вот здесь, например, Мадрид и Наполи, мне кажется, выйдет. Здесь Барселона и Боруссия. Бавария и Ювентус спокойно могут выходить. ПСЖ, Челси. Вот здесь вот можно сказать, что Манчестер Сити и Порту выйдет, но думаю, Зенит тоже поборется за выход в 1/8 Лигу Чемпионов. Так, давайте посмотрим, что у нас в Лиге Европы. Локомотив играет с Тоттенхэмом, Зальцбург и Варегем. Не знаю, что это за клуб. Так, Ростов, вот он Ростов-то у нас наконец с Интером и Транзаспортом будет играть. И Локерен. Это будет у нас Ростов. Потом, что у нас идет дальше? Краснодар, Лион, Вольфсбург и еще одна неизвестная мне команда. И кажется, все, у нас три команды. Или Динамо еще должно быть. Мне кажется, еще должно быть Динамо. А вот, да, Динамо Москва, ПАОК, Young Boys. Да, это Young Boys. А Эльфсборг. Ну, ладно, не знаю. В общем, ПАОК и Старина, и все. Так, ладно. Продолжим. Давайте загрузить последний. Запретить первое. Так, все, отлично. Далее. Давайте далее. Загружаются последние обновления составов. Там у нас, по идее, должен быть Роман Еременко, Бибрас, Натха. По-любому они будут играть у нас в стартовом составе. Так, давайте гражданство выберем русское. Так, это Россия. Вот Россия. Теперь... Так, как назовем? Ну давайте мы имя напишем. И имя канала. Так, рубашка, галстук, тренировочный. Давайте тренировочный костюм. Все-таки мы тренируем футбольный клуб. Это спорт, мы должны быть в тренировочном костюме. Так, цвет будет, конечно, выбор цветов вот велик. Давайте на рандом. Раз, два, три. Синий. Давайте средняя оттенок кожи. Ну, в общем, нормальное телосложение. Далее. ЦСКА Москва в раздумьях относительно нового шефа Эпигея. В раздумьях она. В общем, начинаем карьеру. Сейчас посмотрим на наш составчик и потом будем думать о трансферах. Так, давайте... создадим карьеру новую. В старой карьере я также начал играть за ЦСКА и хочу сказать, первый сезон прошел удачно. Я купил рандомы из Зенита за 20 миллионов, а продал его ПСЖ за 68. Так что думаю, нам стоит будет его приобрести и в этой карьере. Понятно все. Давайте посмотрим на наш состав. Что
что он из себя представляет. Муса мне не нравится сразу, что он нападающий. Думбия. Еременко. Давайте поменяем схему. Мне нравится схема сейчас 4-1-2-1-2, кажется, она так. Сейчас. Может, я прощелкал. Тут нет ее такой. Странно. Ultimate Team есть. Странно, нет такой схемы. Так, а если с этой схемой играть, то что у нас? Не, у нас не будет получаться. Вот, давайте попробуем с тремя защитниками поиграть. Так, у нас получается Еременко будет, наверное, вместо Дзагоева. Дзагоев пусть поиграет. Надха, Миланов. Так, не, давайте попробуем, все-таки, наверное, будет не очень, но... Витинью попробуем сделать нападающим. Витинью, Фернандес, Березуцкий, Игнашевич. Тошич, Щенников. Щенников нам тут не нужен. У нас нет Марка Гонсалеса, да? Не вернулся. Давай его, Муса. Щенников пойдет вместо Набабкина. Так, в принципе, думаю, пока все. Давайте амплуа. Капитан у нас Кенфеев. Ближний штрафной будет бить у нас Надхо. Или Тошич. Ну, Тошич по показателям лучше, конечно, но... Даже не знаю. Давайте Тошич, так Тошич. Пусть Тошич дальний штрафной будет бить Игнашевич. Так, пенальти бьет. Все, вот это все отлично. Задачи это я не буду делать ничего. И все, в общем, все, да, сохраняем состав. И мне кажется, нам на место, даже не знаю, кого нам покупать. Я хочу, да, купить рандома. Рандома, господи, рандом. Соломон. Посмотрим, сколько нам за него дадут. За сколько мы его купим. Соломон рандом. Давайте связаться для покупки. Нет, давайте сначала запросить сведения о игроке. Так, промотаем немножко и... Что? Ваш запрос. Мы не намерены вступать в переговоры. Угу. Ого, до плей-офф нам надо дойти в Лиге Чемпионов, ладно. Так... Сколько у нас бюджет? 18, да? Денег не хватает. Кого выставить на продажу? Выставим мы Дзагоева, потому что Дзагоев играть у меня в команде не будет. У Гонсалеса аренда, аренда, все отлично. Дзагоев. На продажу. Все. Остальные пусть играют. Так, посмотрим, придет ли... А, так, нет, отмена. Придет ли нам какое-нибудь предложение насчет Алана? Так, Алан Дзагоев. Вольфсбург. Ну, блин, это слишком, слишком дешево для Алана. Давайте попробуем за 20 его пихнуть. 22. Видите, форма средняя, настроение недоволен он в нашем клубе, тем более. Иди. Так, дальше промотаем. Слишком высокая, да? Слишком высокая, ладно. Так, что тут можно еще у нас посмотреть? Запрос средств можно сделать. Запрос средств, кстати. Мне надо еще где-то... Не, не 1 миллион, 10 миллионов. Давайте выиграем чемпионат, дойти до финала. И дойти до... Попробуем дойти до полуфинала Лиги Чемпионов.
продолжим. Дадут ли нам деньги? Не дадут нам деньги, ладно. Так, работа со сборными это потом. Предложение у Алан Загоев опять. 7 миллионов свонти. Если я приму сколько? 25 будет. Ну это... Давайте, блин, почему так? Давайте хотя бы за 17. Хотя бы за 17. За 8 готовы, нет. За 8 нам не надо, только за 17. У нас будет 26 тысяч миллионов. За 19 также будет, ладно. 17 миллионов, все, окончательная цена на Алана Загоева. Давайте продолжим. Так, Сейду Думбия. Сначала Марио Фернандес. Нет, Марио... Настроение счастлив в этом клубе, в принципе, у нас. Так что пока не будем его продавать. И кто там у нас? Рой Думбия? 16. Так, вот так, Тоттенхэм. Хотите, покупайте, но я его не намерен продавать в этом сезоне. Далее. Угу, ясно. Игорь Акинфеев. Во, уже за 17. Вот в FIFA 14 только предлагали 8 миллионов, а тут уже 17. Нет, Игоря мы тоже продавать не будем. Что тут еще? Свонси не хочет покупать Загоева. Сейду. Сейду. Наполе у вас денег много. Что если хотите его приобрести, то покупайте за эту цену. Все понятно. Так, и у нас только июль. Только июль у нас. Ахмед Муса, вот его. Его можно продать. Его можно продать. Даже за... Попробую за 15 толкнуть его. Говорю как с какой-то вещью. Ахмед Муса быстрый. Хороший игрок. Если... Продаем Мусу, то оставляем тогда... Так, 10-500, нет. Оставляем тогда Загоева. Оставим Загоева и... И покупаем рандом. Рандом. Так, сойду. Да что вы, блин, на 2 миллиона какие-то. Опа, Зенит. Зенит. Так. Ладно. Можно... Нет, не надо нам такое. Я хотел обменять Думбию на Рандона. Но нет. О, Боруссия хочет. Боруссии даже вот такую можно цену выставить. Боруссия. Угу, ясно. Зенит не может купить его. И Бавария не может. Так, блин, кто-нибудь купит-то у нас, нет? Ясно. Сейду Думбия, 17500. Ну, Коспина. Спартак. Зачем он вам нужен? У вас есть Юра Мовсисян. Зачем вам нужен Думбия? Опять Думбия, Марсель. Так, нет, это отклонить предложение. Марсель точно не получит Думбию за такие деньги. Первый у нас матч. Давайте его симулируем или сыграем, я даже не знаю. Блин. Ну, давайте сыграем тогда на этом... Закончим серию. О, господи. Гостевая, все, так. Параметры. Те стоят, все. Выход на поле. Тут у меня при загрузке, конечно, комп не очень сильно будет подлагивать при самой загрузке. Видите, вот тут бегает немножко с лагами, да?
Ну, сейчас, про когда будет появиться надпись. Вот, надпись, и все, без лагов бегает спокойно он. Так, сейчас надо подвинуться удобнее. Escape, и погнали. Escape. Да, вот. Погнали. Витиньо. Дальний удар. Ой-ой-ой, что это было? Что это было? Березуцкий. Пас на Еременко. Роман. Дает на Думбию. Думбия дальше на Тошича. Тошич. На Натха. Натха. На Миланова. Миланов теряет мяч. Так. Играем, в принципе, соперник у нас довольно хороший. Из испанской, да, из, ну, Атлетико Мадрид, конечно, испанской. Какой Атлетико, господи, Атлетико Бильбао. Испанская лига. С ним недавно в Лиге Европы играл, кажется, Краснодар. Тогда он его обыграл. Саусета. Миклярико. Удары Акинфеев тащит. Молодец, Акинфеев. Так, что-то у меня как-то подлагивает, это мне не нравится. Это мне не нравится. Ну, подача и выбивай. Выбивай! Выбивай, выноси, выноси. Только не пенальти, фу, слава богу. Кто-то упал. Витиньо, надо... не получился пас. Не получился пас. И опять с мячом игроки Атлетико Бильбао. Бенат. Что будет делать дальше? Ой-ой-ой, что там было? До сих пор с мячом Бенат. Де Маркос. Де Маркос, подача и... Слава богу, это аут в пользу кого? В пользу армейцев. Муса сейчас будет подавать. Муса! Ай-яй-яй, Муса, что за прием ты показал? Бенат. Опять финтится тут. Саусета. Опять Бенат. Да, Атлетик пока выглядит намного лучше нас. Что будет делать? Ой-ой-ой, чуть не отнял Миланов. Миланов, молодец. Витиньо. Пас на Еременко. Еременко, молодец. Пройдет сам. Не получилось у нас пройти защитников. И с мячом опять игроки испанского клуба. Ибаиби. Ибай. Ибай, да. Айбай. Очень ладно, Бенат. Рико. Микель Рико. Муса, молодец. Еременко. Ой-ой-ой, Думбия, аккуратно. Думбия. Что ты, Еременко, так медленно бегаешь, а? Опять Бенат. Тошич. Тошич, Тошич. А навес и Муса головой выносит мяч из своей штрафной. Муса головой. Так, удар поворот мимо. Это хорошо, мимо. Игорь Кенфеев, 28 лет. 28 лет. Бенат, опять Бенат. Витиньо будет подавать. Аут. Муса. Витиньо. Молодец. Ну куда-то Думбия убежал-то. Не клеится пока игра. Давно я не играл в карьеру. С ботом я больше играю сейчас в Ultimate Team. 15. Так, Думбия. Так что с ботами даже сложнее играть, чем с людьми.
Первый тайм закончился 0-0. Преимущество на стороне испанской команды. Это явно видно. Давайте. Лучший момент. Потом их посмотрим. Так, Краснодар. Кардифф Сити 2-1 обыгрывает. Локомотив тоже выигрывает. И Мордовия тоже побеждает. Да, владение мячом явно показывает, что Атлетика намного лучше смотрится в первом... Намного лучше смотрелась в первом тайме. Замены. Замены будут. Будут замены. Это будет Загоев вместо Мусы. Да. Это мне не нравится, как-то у меня подлагивает. Надо настроить будет потом все. Так. Ну что, начали второй тайм. Соусета. Но ведь надо отнимать, ребята. Что не так? Штрафной. Еще лучше. Думбия. Ой, что так все отлетает-то, а? Не клеится у нас пока игра, но думаю, это всего лишь товарищеский матч, и уже в самом чемпионате у нас все получится. Да, Микель Рико. Правильно, Акинфеев выноси. Точненько на Тошича практически был пас, или это был Загоев? Это был Еременко. Отлично, Надха. Удар и... Ой, что был за удар? Что был за удар? Загоев. Ай-яй-яй. Молодец, Загоев отнял мяч, но потом сразу же его потерял. Еременко. Дальний удар и... Ой-ой-ой. Это было очень опасно. Давайте посмотрим повтор. Удар и... Да, качество не очень. Рядом со штангой прошел мяч, и это меня радует. Команда начала играть. Первый опасный момент есть. Надхо. Еременко. Крюченый. Прямо во вратаря. Думбия. Что было? Что такое? Штрафной еще, скажите? Замена в Атлетико Бильбао. За что штраф? Ладно. Я думаю, также записывать Ultimate Team. Только не знаю, что, может, какой-нибудь ванап. За... Даже не знаю, за кого. За Думбию того же. Угу. Что такое? Офсайд? Вторая замена, ладно. Да, она за Думбию, скорее всего, будет записывать. Также если открытие паков. Ну, для этого нужны деньги. Если кому не жалко копеечку скинуть, то все данные для этого будут в описании. Написано, тут Думбия, надо решать. Прям во вратаря. Молодец, Думбия, блин. Молодец. Хоть и удар по воротам, но прям во вратаря. Опять замена. Опять замена у Атлетика. Что такое? Почему так много замен? Витиньо. Витиньо мог сбивать. Ладно. Витиньо сейчас мог просто заканчивать этот матч. Тем временем уже 75-я минута матча, счет 0-0. Думаю, матч не по игре. Атлетика должен был забивать больше владения мячом. И... Так как это даже первый выпуск, первая игра моя с ботами. Не первая с ботами, давно я просто с ботами не играл. Так что... Надеюсь, в следующей игре будет получше. Думбия на Еременко, и Еременко завершай. Как? Как ты не попал?
Как? Я просто не понимаю. Отличный пас и удар, и... Как ты не попал, Роман, а? Просто. Неточный пас от того же Романа Еременко. И контратака Атлетика Бильбао. Что будет дальше? Прорывается по флангу, смещается в центр, будет навес. Будет навес. И какой гол! Какой гол! 1-0 мы проигрываем. Давайте посмотрим, кто прорывается. Остановим навес и от перекладины, да. 100% гол. Сделаем замену. Произведем, блин. Почему-то в меню лагает. Не понимаю вообще. 7 FPS, капец. Ну, извините, если будут лаги у вас. На следующей серии попробую сделать, чтобы было все стабильно. Так, все, Ефремов выходит. Думбия. Дальний удар и... Угловой. Только вратарь смог спасти команду. Это будет угловой. Надхо подает. Ну-ка, давайте так вот попробуем. И удар. Милана. Ой-ой-ой. Что ты сейчас сделал? Мне непонятно. Мне просто непонятно. Де Маркос. Дальше что? Нам надо забивать, так давайте все в атаку. Наш аут. Есть возможность загоев. Миланов. Миланов, кур... Ай, Миланов, что ты делаешь? Надхо. Бибрис. Тошич. Миланов. Бибрис, что было? Штрафной. Нет. Матч закончен. Да, 1-0 матч закончен. Ну, да, Атлетика смотрелась намного лучше. 1-0 выигрывает. Законно. По ударам, видите, 7-1-1, всего лишь удар створ. Так, ладно, давайте продолжим. Краснодар 4-1 обыгрывает. В общем, все русские команды выиграли. Что у нас дальше? Предложение по трансферу. Так, Ревякин, да? Ладно. Алан Загоев за 8000 хочет. Опять Паруси за 8000. Паруси, давай вот так. Будет так, а будет сейчас. Для нас, для тебя. Получишь Загоева. Что такое, шеф? Ну, помазан, ладно. Потом. Далее. Да что такое? Ну, почему никто... Никого не хочет покупать, я не понимаю. Алан Загоев. За 8. Почему за 8? Давайте хотя бы за 15. Я буду счастлив 15 миллионам. Особенно если они были в настоящей жизни. Так, давайте это симулируем матч. Рио Эва. 1-1, да. Команда пока не смотрится так убедительно, чтобы... Дойти до полуфинала. Да что вы мелочитесь-то, а? Что вы так мелочитесь? Сейчас так весь трансферное окно пройдет, мы никого не купим. Никого не продадим. Так, 3-2 выиграли у Лацио, молодцы. Так, у них Клоза, у них даже Клоза не играл, ну и жалко. Так, два предложения. Эвертон за 9500 предлагает. К Эвертон. Если я приму, сколько у меня будет? 27, отлично, все. Отправится. 9500, так 9500, все. Я согласен.
Расмус Эльма мы не продаем, а будем пытаться купить Соломона Рандома, но думаю, это будет уже в следующей серии, а на сегодня хватит. Простите, что был не очень веселый, потому что первый раз записываю за столь долгий промежуток и пока не вошел еще в ритм. С вами был я, Александр Плутахин. Подписывайтесь на канал Epic Game, в группу ВКонтакте Футбол России. Всем удачи, всем пока.